Мы-то вас сразу увидели. Занервничали. Ну, знаете, приятно получать такие вот записки, которые, ну, явно, знаете, его вспомнят. Да, так, листят эти. Невероятно приятно видеть трех обаятельных мужчин в самом расцвете сил. В этом месте мы заплакали все. Потом подкопили силы, пробили дальше чтение. Ну, исполните, пожалуйста, из всех перечисленных трех песен, две уже не исполнятся, поскольку Ваня и Кавалер уже отпели, как говорится, свое, а вот «Режьте вокзал» свое на сегодня. На сегодня, да. И еще вот записка, это я уже вот поздравлю, да. Вообще, вот сегодня, тут написано так, сегодня день рождения, 60 лет, у Кокорина Игоря Ивановича. Поздравь, пожалуйста. Я поздравляю Игоря Ивановича Кокорина, который 60 лет... Где Игорь Иванович? О! Игорь Иванович! Что надо, прийти на Игорь Иванович, скажите, пожалуйста, свои 59, вы где вообще были? Ну, неизвестно, где будете в 61, но в 60 прийти на концерт Мещукова Сергеев – это гражданский подвиг. А посмотреть на этих в расцвете сил невероятно. Чтобы где-то приземлиться, сжали против ли границы, это право ерунда. И в дороге понимаем, что летит родимым лица, где дадут воды напиться и запомнят навсегда. Разлетается ветрана облака, след за ними самолеты к небу льнут. Провожающие мнут лапки в руках, провожаемые песенки поют, провожающие мнут лапки в руках, провожаемые песенки поют. Улетаем, 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 уплываем тихо лаем на луну и на погоду, опускаем руки в воду, осеняем пенный след, и в дороге понимаем, что летят не дни, а годы, и сдвигается колода на какой неясный цвет. За Курчавич барашки на волнах, разогнал их стадо яркой балламу. Провожающие мнут лапки в руках, провожаемые песенки поют, провожающие мнут лапки в руках, провожаемые песенки поют. Уплываем, 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 уезжаем и не знаем. И негаданная встреча догоняет поезд вечер, и гудками будет ночь, и в дороге понимаем, что, конечно, время лечит, но дай Бог расправить плечи и кому-нибудь помочь. Все бегут куда-то стрелки на часах, на прощанье всего лишь 5 минут, провожающие мнут лапки в руках, провожаемые песенки поют, провожающие мнут лапки в руках, провожаемые песенки поют. И еще раз. Провожающие мнут лапки в руках, провожаемые песенки поют.
Вадим Мещук, Валерий Мещук, Леонид Сергеев, которого мы сейчас оставляем, несчастный Леонид Сергеев, он счастливый. Как раз счастливый. А мы еще счастливее. А вы вернетесь. Ненадолго мы остаемся с вами. Встречаем Леонида Сергеева бурными аплодисментами. Сегодня гитара Валерия Мещука. Ну, продолжая по способам передвижения бардов по стране, по телу страны. Равновесие не держит нашего огонь, словно пьяница шатается в ночи. Только слышен опустевший тары звон, да в кармане тихо звякают ключи. Чуть поменьше под ящичка с письмом, чуть побольше от французского замка. Вот один остался незакрытый дом, но впереди незавершенная строка. Сяду, поеду, разбей грусть, рейду, кобеду, может вернуть. Угасает за окошечный пейзаж, с ним сливается кубейный синий свет. Это что же это такое, что за блажь, чтобы в строчке уместилось столько лет? Ведь года пластались трудно и не вдруг, и слова летели струнами звеня. А вдруг на этой строчке и замкнется круг этой жизни предпоследней для меня. Сяду, поеду, разве грусть, еду к обеду, назад верну. Отбивает время ложечки стакан, и колесики квадратные стучат, изгибает русло поезда река, поворачивает пьяница назад. Снова поле разлинованным листом, снова дым от сигарет до потолка. Где-то впереди закрытый дом, а где-то сзади позабытая строка. Сяду, поеду, развей грусть, среду, кобеду, я не вернусь. Игорь Иванович, вот сегодня песня, которую сейчас спою, она посвящается вам. Сколько ж вам исполнилось, милый друг, что сегодня вспомнилось? Как-то вдруг вот бокал наполнился кое-чем, кто сегодня вспомнился и зачем? У кого не спрашивал, из огня да в полымя, столько лет вы живете вовремя или нет? У кого не спрашивай, все земные, рождения странные, праздники в
них живут обманные сквозняки. Вроде только минуло 20 лет, дунуло и сгинуло, нет как нет. Ни к чему по прошлому слезы лить, лучше по-хорошему нынче жить. Наливаем рюмочки пополней, закрываем форточки поплотней. Бывает так, что песня напишется, прозвучит, как говорится, в отведенное для нее время, такая наполненная, она там выскочит, что-то там соберет, что-то отдаст, а потом спокойно, как говорится, в дальней памяти автора где-то в спинном мозгу таится. Вот сейчас я запел песню, которую пою, и потом, а что изменилось-то, Господи, сколько лет прошло? 20 лет. А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны. Смотрю я то, во что обут, и речь слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, зайдет давно звезда пленительного счастья. Другой кричит, у той звезды пересчитать бы все концы. Один кричит, ко всем чертям все эти органы и власти. Другой кричит, все эти органы и власти молодцы. А у меня с собой бутылочка, перцовочка в кармане не дает. И я тихонечко перцовочку из горлышка топчу. Я не хочу ни в центре быть, ни быть ни левым и ни правым. Я просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу. У телевизора сижу я, блин, у самого экрана. Смотрю я кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, две пули в лоб, но полушарие не задело. Другой кричит, шары залил и сам наткнулся на кинжал. Один кричит, он пострадал за наше общее задело. Другой кричит, железный дух, боец кремень, кинжал сломал. А у меня с собой бутылочка, перцовочки, в стакане не разбитом. И я тихонечко перцовочкой от насморка лечусь. Я не хочу ни быть борцом, ни быть героем, блин, убитым. Я просто жить хочу, а чтобы нет, то и не хочу. Тут он совсем с ума сошел, как всегда. А я на кухню захожу, сажусь у самой, блин, гастроли. Ломаю крупный черный хлеб и солью крупную солю. А за окном бушует жизнь и тихо гадят птицы гули. А я половником ем суп и вас отчаянно люблю. За то, что такая сетка, ну вся такая. За то, что были вы всегда, а может и есть, а может нет. Гляди-ка, митинг за узлом. Все, я исчезаю.
но выключаю за собой я телевизор, газ и свет. Старые песни «Новую жизнь». Ну, точно знаю, что когда первый раз видит трагедию, то второй раз обязательно в виде фарса. Ну ладно. Бьется сердце в груди еле-еле, и душа заплутала во мгле. И не бывал я, друзья, в Куршавеле, значит, зря я живу на земле. Это не просто французский поселок, это не просто деревня в горах, это начало начал среди елок, пуп земли и етический ах. Знаете, вот в Париже я пел эту песню, французы были два. Они случайно зашли на концерт авторской песни, их не выпустили. Сразу водки налили. Я потом говорю, вот, вы знаете, что такое, типа, парле, етический ах? Они говорят, ну. Темные люди. Куршавели и пьяно, и сыто, из него не видать Колымы. Там российская наша элита отдыхает во время чумы. Зажигают по полной ребята, а Бухрин тюрьма и с ума. Потому как мы все азиаты, потому как нас тьмущая тьма. Ну а вдруг опустеют стаканы, и совсем не останется гор. Переедем мы в жаркие страны, где над морем кричит прокурор. А пока капиталы на месте, а пока и здоровье ништяк, и Куршавель с Куршкаином вместе щиплют курзакла морды цицак. Ох, пришла наша Дунька в Европу, и придет еще тысячи раз, и натянет Европе на шкопу свой похмельно негнущийся глаз. И пройдет все преграды и мели наш богемно-туземный народ, и запомнит в родном Куршавеле свой последний вселенский поход. Отойдет она, товарищ, верь, свезовнитель на счастье, и на обломках самовластия напишут города Куршавель, напишут города Куршавель. Знаете, Вася, ты подумал, к чему бы это? К возвращению волгоградской делегации из Италии. Подкорка забита на усерда. О, понятно. Да, жить в обществе невозможно, не посылая это общество. Только для себя. Ну вот песня, на которой выйдут два мужчины в расцвете сил. Песня посвящается третьему мужчине, который перерос расцвет сил, но еще цветет и цветет, Владимиру Вольфовичу, а Жириновскому. Космос бы его. Бессрочно с нашей мухой. Она бы вернулась быстрее. Знаете, мы вот с ноября месяца вместе не пели. Поэтому так сегодня слушаем друг друга и орем, что есть силы. Какой кайф. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость. А у нас все путем, только где он тот путь. Под тяжкий вздох, хлопану стакан, сам себе бог, сам себе пан, в душу залез, на темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, та-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, в душу залез, на темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло.
придут. А в стране луна, у нас днем с огнем, а в потемке свечки. Согреваемся в стужу, а сохнем в ванне, растерстим. И вокруг мельтешат в основном человечки. И все меньше и меньше нормальных людей. Под тяжкий вздох хлопну стара. Сам себе Бог, сам себе Пан. В душу залез, там темный лес. В лесу тепло, в дупле тепло. А в страну дураков дураки не вернутся. Им без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхают басы, кудри по ветру льются. И осталось в войне победить, как всегда. Тяжкий вздох, хлопну стака. Сам себе Бог, сам себе Пан. В душу залез, там темный лес. В лесу дупло, в дупле тепло. Леонид Сергеев, 18 апреля вы можете... 18 января мы сегодня решили приходить в один из этих двух дней, не ошибетесь. Нет, эту песню еще раз. Вадим Мещук, Валерий Мещук и гитара Валерия Мещука. Леонид Сергеев. А, знаете, друзья, вот я вспоминаю маленькую историю, когда... Закажите горячее, история минут 48 было. Дочка Леонида Александровича, да, была еще очень маленькая, и когда она поступала в музыкальную школу, она говорит: дочка, девочка, спой что-нибудь, и вдруг она поет: «Подтяжки в задохом». Во-первых, она пела не так гадко, как вы сейчас изобразили. Она пела невинный ротик пятилетнего ангела, понимаете, «Подтяжки в задохом». Комиссия так... А я за дверью с женой, значит. Жена меня уже давит из последних сил, она профессор консерватории, она понимает музыку, где-то. И комиссия слышит такой голос, такой так, оставшийся в живых последний, говорит: «Девочка, а что это за песня была?» Она говорит: «Это папина песня». Я так, вот тут я упал. Она когда вышла, я говорю: «Дочек, не надо петь папины песни, а бы кому?» Надо петь в нужное время, после нужных граммов, понимаете, так. Все же нормально, да? Испортила песню, можно сказать. Опять же, сбила слух консерваторской комиссии. Те же Шульберта не воспринимали после этого. Ну, вот сейчас... интересно, да, действительно, с разными песнями, разные истории. Еще одна история вот со следующей песней произошла в городе Тюмени. Если вы помните, в те грозные времена, когда... значит, весь... Начало 90-х. Весь состав... 91-го года. ОМОНа... Рижского. Рижского ОМОНа, после того, как они там, так сказать... Да, в Риге немножко зашло. Да. Их отправили в город Тюмень. Полным составом. За три дня навели порядок. То есть тюменцы почитали количество выбитых зубов, сломанных ребер, и затихли. Через три дня никто на улицу не уходил, да, вообще. А мы как раз приезжаем, значит, на гастроли в город Тюмень, выступаем там в институте каком-то. Технический институт. Пятый этаж. Пятый этаж, телевидение, цветком забитый зал. Камеры были не такие, камеры были, значит, с рогами такие, стационарные. Их тащили туда два дня. А дело в том, что мы бывшие рижане. С Валерой, да. А вот это бывший... Не бывает бывших рижан. Вы рижане, как которые КГБшников, уже в расцвете сил живете в Москве. Как нам говорят, вы только со сцены не говорите, что вы
Из Риги. Из Риги. Ни в коем случае, мало ли что. И вот, конец концерта, я помню, да? Вдруг двери закрыты, чтобы был аншлаг, извините, был аншлаг, да, и вот вдруг начинается жуткий стук в двери. За две песни до конца. А мы как раз вот сочинили следующую песню, короче, будем петь, да, вот только-то хотели, сейчас мы споем, думаем, сейчас все заплачут. Да. И начинается жуткий стук в двери, как будто там бьется головой. Там. И в это время дверь падает, да, бегает такой лохматый человек, такой, за ним такой-то дым, и он кричит: «Все вон отсюда!» Ё-моё, ну все, значит, ну что-то сказали, что мы режем пожар. Ну слава Богу! Слава Богу! Народ не поймет. Ребята, как скидывали камеры рогатые, скатывать пожары на первый, как народ по этим красам. Вот та самая песня, которая в Тюмени как раз и родилась.
интересно, я начал напеть речки о модной тюменской ветровке. А сейчас будет песня, посвященная грушевским фестивалям, тому единственному, который был еще в далекие 90-е годы. В прошлом веке. Да, песня стала... Вы знаете, я вот вспоминаю, тут все свои, нас немного людей. Можно я расскажу историю небольшую, да? Закажите второе. Я хочу... Многие знают эту песню, да? Пароход. Я уже боюсь. Не, ничего страшного, ничего страшного. Вы знаете, вот... А что такое движется там по реке? Нет, пароход. Пароход — другая песня. Уплывает пароход. Это наша песня, да. Да. Вот я помню, ну, кто знает эту песню, тот поймет. Я понял, когда эта песня стала шлягером. Вот грушевский фестиваль, тогда вот еще было не очень как бы... Не заказывайте горячие. Я знаю эту историю. Не, ничего страшного. Я же без слова мата. Ты знаешь, у меня все истории очень корректные. Да. Когда 5 часов утра, и там такие длинные, знаете, туалеты такие там, а вот 48 очков. И вот 5 часов утра. 48 по 20. Я захожу туда, так, ну, так хорошо, так приятно на душе. Но... В это время бегает какой-то парень, так, делает, ну, так, есть такой, на нервах, так, раз, так. Долго ждал. Высокая волна. Я понял, что песня стала популярной. Шла в народ изнутри. Вот и история украшения нашего сердца. Искони, понимаешь, и вот уж не выстроить по себе. Вот в Северной Корее так никто бы не спел. Нечем, понимаешь. Тоня, что-нибудь против, я вас скажу. Не хочу. Уплывает пароход. Предрассветный дым летает, провожающий народ. Голые грезы тонут в пенистом кольце, то ли ветер выпил слезы, то ли брызги на лице. Высокая волна с берега видна, а берег плохо виден за волной. Поэтому эту песню избрали, а в нашей песне фестиваля.
И было время, мы очень долгое время заканчивали эти песни наше совместное выступление. Потом произошло событие, и мы перестали заканчивать наше совместное выступление этой песни. Ну представьте себе, если уж такую популярность, как Владимир сказал. Внутренний голос поет эту песню. Что говорить о внешних голосах? Еще через год после этого события мы узнаем, что в Самаре образовался клуб любителей песни «Пароход». Из этого одного человека она говорит. Да нет, это же понятно всем. Диагностическое название. Клуб любителей песни «Пароход». То есть люди приходят к 8:30, как на работу, сидят, поют песню «Пароход» и в 9:30 уходят вечером. А до этого времени с перерыва на обед они поют песню «Пароход». То есть люди в белых халатах ждут у подъезда, попивая сами, типа... В общем, движение начало шириться. Вглубь и вшире. Да. То есть там, где речки есть, ну вода, и все, и понеслось. И вот тоже. Вот. И мы, значит, наблюдая этот процесс без нашего участия, мы решили все-таки, что нам надо принять участие. Хочешь развалить движение, возглавь его? Возглавь его. Это же истина простая. И мы таки решили это сделать и попытались представить себе, как эту песню «Пароход», такую настоящую пиар-акцию решили провести, как эту песню «Пароход» спели бы дети разных народов. Вот. Кстати, это произведение есть на диске, я помню. Именно записано живьем, да. Прежним, где уходящий, когда на 8-м этаже это было. Вот, значит, и начнем. Да, начнем мы с того произведения... Народа. С того народа. О, произведение народа, да. У которого мы с Валерой прожили большую часть своей сознательной жизни. Судя по говору, жили они где-то в Таиланде. На острове Пхукет во время самой большой цунами. Что-нибудь с татарским акцентом скажи. Полярничий. Как живет? Хорошо. Переведи, пожалуйста, вот что-нибудь 17 мгновений весны, как-то переводилось на татарский. Вот. О, это да, гениально. В Казани в советское время делали фильм «Щит и меч» на татарском. Не «Щит и меч». Чапаев и «Щит и меч». «Щит и меч», да. Петька пулемет комендатора, та-та-та-та. А когда входит Гитлер, говорит, «Ипташ Вайс». «Ипташ товарищ». «Ипташ Вайс», то говорит, «Хайль Гитлер, майн фюрер», да. Нас очень часто, чему это все? Когда вы переехали, чему это этим раз нас спросили, вы что-нибудь по-латышски спойте, что ли? Ничего мы не переехали. Нет, почему? Да, я говорю, бум-бум-бум, тр-ра-са-са, ри-ла-са, ру-ла-са, бим-ру-ра-са-са. Отличная песня. Это южно-латышский голос. А если ты пел это западный латышский. Это очень южнее Латвии. Нет, ну это-то вам известно. Уплывает пароход, много как много печали. Бедные бабушка с дедушкой от парохода стали. Спросите дядю Моню, спросите тетю Цилю, куда с привоза побежал весь народ. И вам последний объяснит идиот. Они бегут успеть на парах. 7:40 уплывает, 7:40 уплывает. Наш славный, наш славный, наш пароход. Ахо! Уплывает, уплывает, уплывает пароход. Рассветный день Китай, ну и пусть себе плывет. Там Арчопа Генов свалила высокая волна. То ли ветер выйдет слезы, то ли капельки вина. И так далее. Вот песня нравится так. А вот без следующего народа... Ну никак. Очень хочется стать братским, но никак не получается. В заповедном лесу я встречал пароход, уплывающий вдаль и с собою зовущий. Три зеленых гудка проют над тобой. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Будка, прорывок на
Is anybody going to listen to my story? Уплывает пароход. Бред рассветки, димки, 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 тает правопровожающий народ. О, щир! О, щир! Вот кто-то знает английский, да? Кто-то там есть смешные слова между нами. Интересные слова были, да. Пароход. Тяжелый мой пароход. По бассейну сены он тихонечко идет. О, Мари, тяжелый пароход. Пароход куда это приведет? Когда я узнал, что ты тоже будешь на этом пароходе, я сразу пошел в трюм, открыл на принце Кингстон. Потом я сиганул за борт и саженками ушел в Марсель. И только твой шиньон, покачивающийся в мутных водах сены, напоминал нам о том лете, когда мы были счастливы. О, Мари! Сейчас будут элементарные слова. Репетировать не будем, а будем петь хором с нами. Поддержим дефолтующую Грецию. Там уже не все есть. Это очень просто. Поем. Эллины, запевай. Уплыв. Я слышу вас! Папас пляшет. Уплывает, уплывает, уплывает пароход. Ветер светлый китает провожающий народ. По крутящему морозу уплывает пароход. И среди сугробов белых уплывает пароход. Дети разных народов на Титанике вместе плывем. В эти грозные годы пароход наш единственный дом. В разных землях и странах, на морях, океанах, каждый, кто молод, пой с нами вместе эти слова, друзья. Эту песню запевает весь народ, весь народ, весь народ. Какую? Ну, уплывает, уплывает пароход, пароход, пароход. Эту песню не раздумаешь, не умрешь, не умрешь, не умрешь. Уплывает, уплывает пароход. Представьте, 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 представьте,
и корейский космонавт вернулся. Ким Чен Мух. А Мух? Муха-то бедная уже старенькая, седая. На Марсе потомство уже. Копеньки. До зарплаты стрельну пару сотен. О зарплате светло погрущу. Муха стукнет в окно на излете. Я открою окно и впущу. Залетай, переносчик, зараза. Мы с тобою сегодня одни. Да не надо докладывать сразу. Вот варенье. Присядь. А земля вращается с ночи до утра. Муха возвращается, да и нам пора. Маятник качается, дом, работа, дом. Муха возвращается, муха возвращается, муха возвращается. Стало быть, живем. Город гасит огни, засыпая. Ладно, свет чашки чая дрожит. Чашка чая примерно восьмая, а секретный агент все душит. Что хотят, холодов и не будет. Ты с надеждой вокруг не смотри, потому что нормальные люди будут мерзнуть опять. А земля вращается с ночи до утра. Муха возвращается, да и нам пора. Маятник качается, дом, работа, дом. Муха возвращается, муха возвращается, муха возвращается. Стало быть, живем. Мы еще посудачим немножко. Как нам жить, если кризис пройдет? А потом я открою окошко и отправлю агента в полет. И придумаю стихотворение, станет песней оно поутру. А потом я достану варенье и с него отпечатки сотру. А земля вращается с ночи до утра. Ухо возвращается, да и нам пора. Маятник качается, дом, работа, дом. Муха возвращается, муха возвращается, муха возвращается. Старый шьем.
Спасибо вам огромное. Мы проводили встречи нашего северокорейского космонавта. Я думаю, что и дальше мы будем провожать и встречать. И между ними будет лежать всегда дорога. Все глуше и лучшее время, все дальше, все глуше. Лесная сорока, одна мне подруга, дорога, дорога, разлука, разлука. Устала в пыли, я влюблюсь, как осторожней, темнее вдали, приуныл подорожней, и страшно немного, без света, без друга, дорога, дорога, разлука, разлука, дорога, дорога, разлука, разлука. Разлука, дорога, дорога, разлука, разлука. Вадим Мищук, Валерий Мищук, Леонид Сергеев, ура! Спасибо! Праздник у вас, днем космонавтики! Здоровья! Леонид Сергеев, 18 апреля, Вадим Валерий Мищук, 21 апреля, 21 апреля, спасибо вам! И Леонид Сергеев, 18 января, спасибо! Апреля, апреля! Thank you.